Что? Не работает ручка. Попробуйте сейчас. Ручка не работает? Да закрыта. Так все, вы уже никуда не выйдете. Куда вы едете? Если вы только до вещей, хай до вещей. А если дальше, то лучше. Если дальше, то лучше. Что, с этим есть Березовку, да? Не, ну мы на Бобруйск валим. Ой, ой, ты понятно, повезло. Повезло, да? Поедете с нами? Чего? Прокатились бы до Бобруйск. Что вы там есть и накупляли уже, да? Ой, Толище, тебе ничего не скажешь. Был его, у Селиховски был у батьки. Что, да, был? Да. Литвины патроны за стали работать? За стали? Надо отрабатывать, да? Конечно. Толщие хвостехники. Да. Правильно. Правильно сделали, да? Докучили, да. Докучили, что это не я, что это мои документы. Усунули кого-то, да еще, это не я. Но. А вы что, какое хозяйство держите? Ой. Навязали, привез это паскудство некое. Кинула козу. Нема здоровья. Лицо, ну все, на эту козу не дают. Ни холодно, ничего. Не рассказать, не рассказать. А где эта коза? Там, на хету, где сидел Владиков батька, дядя Володя. Там у сарая. И да. Она кормит, ходит. И одно козленятка есть. А Виктора вы знаете, Виктора? Этого ваша? Ну? Его батьки только, ага, брата младшего. Чем узнаю, чего не знаю. Кто в Солигорске, в чем в Солигорске? Не, этого Виктора, который самый крайний дом живет, по левой стороне. Это что, в кирпичном доме? В каком кирпичном, деревянном, там, который чабан. Кто-то живет, А что ж ты? Я не знаю, синенько живут, не показываются. Да не, ну в деревне, у этом. Зачем на клинички? У Набушеве. У Набушеве? А, Витя Начина. А, ой. Как его? Начина, Витя. Витя Начина. Ага. Ну як он там? И он ходит трапить людям по найму Березовки. Только не каждый день, а определенные дни. Вот такие договор. И что? Ты тебе точек не скажешь. Приезжали браты, на его так похожи. Они ж князь Нострова. Да чего похожи, да чего ж похожи? Не отличить. Его браты? Его, не, да. А где они живут? Ну, я его знаю. Так, а что? Их не старшего батька забрал. Он уж в горе у нас был. Князь Ноздров приезжал. Князь? Князь Ноздров. Жениха там в Москву, где половина. Но. Вот, как на самом... Их на Смоленск стала дорога. Но. Так вот тут его царство было. А уже, ну, я не знаю, в какое время. После войны, до войны, ты уже не будешь... Овощи, а то зеленину, это станции, это его. Так я все, раскидываю, все. И куда перевез свое царство? Где у его царство было, где почта? Нет, там же, с Москвы в Ленинград, на половине дороги, там его царство было. Там, где чугунка везде. А. И когда это есть наши Ноздрова. И когда эти хлопцы так похожи, не отличить. Их не отличить от Витьки. Не отличить. Так что, Витька, может, еще и княжный ребенок? Не знаю, Вася. Ходит в продукту, по найму работает на хозяйстве. Там навоз чистит, все такое. Определенные дни. А у вас мужик есть? Сидим одни. Так забрали б Витьку себе. А Юля так помогает. И она попросит, и он... Как это было? Ну, в осенью. Это козленята уже подросло большое, трое. А вот она уже козилась, двое, один час, ну сидит, ну хату приносила, а другие есть под газой. Не боятся труда. Усе люди, Колечка, усе из магазина. Пакетик молока. И все Богу, радуется Богу, что и надо хозяйство держать. Все в магазине есть. Это... Кости самые дорогие, самые дешевые, вернее, рагу, почищают, и котлеты зубят, и хлопцы зубят, почищающие. Сами-то, а это уже и у студенё
чуть-чуть так говорит. Вот. Нигде не хвала. На такого приходит, на мелкоту такую. Целый бумажки. Куриная кили. Такая как косточка кили. Тоже почистит. Тоже насыпляешься на котлетку. А это уже бульон или вкусный. Или вкусный суденёшек. Да. И вот эта печёночка цыплятина дешёвая была. С морковкой, с лучком зарабись. А яны за штифку и такие чебуреки робят. Таким с этим фаршем дешёвым. Все умеют, все умеют. Получаются хорошие чебуреки. Да, хорошие. Толя, и он такие. Толя, скажи, обнаружили, что вы уже обнаружили, да? Кого? День и ночь. Огромный кусок от пивщиплейт настроен, летит на землю, спались мир. И вообще на юг, у Турции, на юг, у Турции. Уже начальство повозил своих детей и жены, правда? Да. Да, ну еще больше нажраться. Еще больше нажраться и накраситься. Да не скрывают. Тень и ночь, чей он. Плотная картинка неба. Находится еще. Правда, не смейтесь. Правда. Да как лето все произойдет уже? Да нафиг его знает. Никто не может сказать. Утихает и все. Все, он выходит за землю. Все, он такой закружился. А если закружился, долго не будет висеть. Это ж Ванга ваша какая-то далекая родственница. Видите, вам тоже трохи дары какие-то достался, да? Буду искать. Не нашли тигра огромного. Огромный тигр. Вырвался, перескочил асфальт. Побег на комору на пустынку. И не говорит, что нашли тени. Огромный тигр людоед. Держали, кормили. Чуешь, да? Но, так, это комора. Только это комора. Следующая. Это комора пустынка. Следующая. И что? Так тигр это и гуляет, да? Конечно, поел людей это все. Они грибы собирали. Говорят так. Понятно. Сколько он человек? Украли у зверинки, кормили лячи шкуром. А он вынул за грот кукольчицы и усек. А он что, их пять было? Только до того ленечки. Ну. Так одет я четыре. Ну четыре у клетки сидят, а пятый усек. Ого, они же выросли, они же огромные. Они же огромные. Ну, глядите, не ходите в лес тут. Коля поехал. Но. Боже. Да боже. Что тебе кубачится тигра, так позвоните, мы хоть приедем видео какое снимем. Ой, Толя. Что еще нового? Ну что, утекают, упадет второй. Упадет все-таки, да? Спались мир. Спалить мир. Все, отходи. Так если он спалит мир, он же спалит всю землю, никто не спасет. Все, все. Тут же деревни, города, леса, торфяники нет. Там все сгорит. А там же пустыни под пустыней. На юг. Так ой, куда нам? Так что можно, надо уже какие билеты куплять, да уезжать. Ой. Ага, все платите, оставь платить. Все, так полетим. Тут вот, там у него, глядь, там еще рука, тут. Где широко, тут разберетесь. Я по прямой поеду. А, пришла на бушу. Ой. Поеду Витьку проведаю. Так, Толяка там крутит. Открой, госпожи, дверь. Вот, спасибо, камушек. До свидания. Давай, быстро.